В соответствии с распоряжением прокурора Республики Дагестан 17 ноября на стадионе «Спартак» в городе Хасавюрт проведены мероприятия по сдаче сотрудниками 22 городских и районных прокуратурских отделений, испытаний и нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». С приветственным словом к участникам спортивных соревнований обратился прокурор города Хасавюрт Гасан Юсупкадиев, который пожелал всем удачи и достижения отличных спортивных результатов. Ассаламу алейкум, дорогие коллеги, друзья, рад вас всех видеть, мы принимающая сторона, давно так не собирались, зная потенциал сотрудников прокуратуры, я уверен, что мы все достойно пройдем этот этап сдачи ГТО. И на должном уровне, после того, как сдадим, мы это дело тоже отметим. Работники прокуратуры выполнили все обязательные испытания по определению уровня скоростных возможностей, силы и выносливости. Бег, подтягивание на выносливость на высокой и низкой перекладине, прыжки в длину, растяжку и метание спортивного снаряда. Сотрудники прокуратур показали достойную подготовку и командный дух. Курбан Гирейханов, Пирмагомед Пирмагомедов. Информационная программа «Пульс».